Всем привет! С вами интернет-магазин обновка.ai. В данном обзоре расскажу вам о модели 208-10 от торгового марки Restime. Значит, вот такие 40-ножки у нас на обзоре. Restime логотип сзади. Кто не знает, Restime компания украинская, но размещается и изготовляется вся продукция на фабриках Китая. Это заводской Китай очень хорошего качества. Обратите внимание на подошву. Подошва полиуретановая полностью. Несмотря на то, что это 40-ножка, подошва полностью полиуретановая. Почему я на этом заостряю внимание? В принципе, можно использовать как футзальные кроссовки их, как бампы. Потому как цепляется за гладкую поверхность полиуретан достаточно хорошо. И в принципе все футзальные кроссовки, как правило, делают из полиуретана. Здесь сделали 40-ножки. Я так понимаю, для того, чтобы покупатели данной обуви могли играть летом, к примеру, на искусственном покрытии, да, на искусственной траве, а зимой переходить на доску в зал и точно так же продолжать играть. В конце концов, у кого сильно будет где-то продавливаться под ногу, да, можно эти шипы срезать ножом обычно, и все. Я так делал, по крайней мере, в своей юности. Так, ну, смотрим. В принципе, посмотрели. Здесь, значит, материал сверху у нас используется специально разработанный для футбольной обуви. Он двухслойный. Снаружи он идет как синтетическая кожа, как кожзаменитель. Внутри тут вылочная такая подложечка для того, чтобы нога не набивалась. Так, внутри у нас, здесь у нас все обшито кожзамом. Язычок у нас нейлоном обшит изнутри. Стелечка тут у нас такая под форму ноги, ортопедическая. Здесь синтетическая ткань. Здесь у нас эва с вентиляцией миллиметра 3. Ну, в принципе, все как обычно у футбольной обуви компании Restime. Здесь влаговпитывающий слой. Не забывайте просушивать их со временем. А, значит, цвета у нас вот такой желто-блакитный, патриотичный цвет. Вот такой у нас есть черно-желтый и синий-красный. Эта линейка подростковая, она идет с 36 по 41 размер. Также есть линейка взрослая с 41 по 45 размер, но подошва там уже просто обычная резиновая, то есть ее в принципе вы не сможете использовать для игры на доске, потому как будет проскакивать, вы будете как корова на льду, как говорится, будете проскакивать мимо мяча. Подписывайтесь на наш канал, заходите на сайт, там больше футбольной обуви. Всем приятных покупок в сети.